Здравствуйте, в эфире новости на телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях, произошедших в Оренбурге, не только, расскажут корреспонденты телеканала и я, Екатерина Хигай. И вот главные темы выпуска. Вода от набережной почти ушла. Какие последствия принесла стихия? В аэропорту Оренбурга продолжается строительство нового терминала. 50 тысяч оренбуржцев станцевали вальс победы. Подробнее об этом далее. Более полумиллиона оренбуржцев обратились за выплатами для пострадавших от паводка. Такие сведения предоставило областное правительство. Одобрено более 193 тысяч заявлений, выплачено более 4 миллиардов рублей. Отказ получили более 77 тысяч человек. Основными причинами называют повторную подачу и отсутствие права на выплаты. На данный момент срок подачи заявления не вышел. Воспользоваться своим правом можно до 4 июня. В срок до 2 месяцев со дня объявления губернатором ЧС. В период паводка под водой находились свыше 5000 домов и более 10 тысяч приусадебных участков. В числе пострадавших оказалась и Оренбургская набережная. Большая ее часть около месяца находилась под водой. О том, как сейчас выглядит любимое горожанами место, расскажет Алена Годяева. С 2017 года на реконструкцию, ремонт и благоустройство Оренбургской набережной было потрачено свыше 850 миллионов рублей. Однако после апрельского паводка от былого культурно-развлекательного центра города остались лишь обломки. Под воду ушло буквально все. Скамейки, прогулочные тропинки, фонарные столбы, заборы. Несмотря на ограничения, множество людей приходят сюда каждый день, чтобы посмотреть, как сегодня выглядит некогда любимое ими место. Нравилось. Ходили, гуляли, занимались. Просто гуляли по набережной. Здесь на тренажерах, в городке, в детском. С внуком ходили постоянно. Сейчас ходим, смотрим и... Сожалею. Душа радовалась, как говорится, гуляя здесь, а сейчас вообще, вот прям до слез. Это было одно из самых любимых мест в Оренбурге, потому что оно было такое новое, красивое, и здесь часто гуляла молодежь. Было очень здорово вечерами ходить, красивые фонари. Красивая набережная, все чисто. У нас и так было очень мало достопримечательностей в городе, мало мест для прогулок с семьей, с детьми. Будем надеяться, что скоро все отремонтируют. Больше всего пострадал скейт-парк. Его построили только в 2019 году. Площадка была местом скопления молодежи. Почти ежедневно здесь собирались десятки ребят. Из-за сильного течения скейт-площадка полностью разрушилась. Большую часть ее обломков унесло к автомобильному мосту. Почти каждый день мы приезжали с утра до ночи, здесь катались, потому что... Очень хорошее место, и много людей собиралось, всем очень интересно было смотреть то, как мы катаемся. Многие в первый раз вообще это видели и сходили с ума от того, что мы вытворяем. И любой проходящий, там, ребенок, неважно кто, мог увидеть этот вид спорта и тоже начать захотеть заниматься этим спортом. Довольно много сюда кто приезжал, и было интересно как-то здесь находиться. И то, что тут набережная, много людей гуляет, да и просто такое место, ну, классное было, где покататься можно было. И каждый день сюда с ребятами ходили, когда просто погода нормальная была, и все, и катались. Райдеры надеются, что с течением времени площадку все же восстановят. Ведь это было единственное бесплатное и доступное место в городе, где любой желающий мог попробовать свои силы в райдер-спорте. Здесь намного лучше в плане того, что это на свежем воздухе. Любой желающий может сюда прийти, так же, как и в крытый парк, конечно, но все равно здесь больше народу. И, в принципе, парк был более свободен. У нас, по сути, нет еще больше скейт-парков, в котором можно кататься на улице. Было бы очень классно, если бы какой-нибудь построили новый скейт-парк, потому что на улице, тем более сейчас начало сезона, будет очень классно, если будет новый скейт-парк, и будем с ребятами все вместе кататься. Потому что сейчас я не знаю, что в Оренбурге делать.
без скейт-парка. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что впоследствии пострадавшие от паводка объекты городской среды будут восстановлены после проведения необходимых предварительных работ. Конечно, будем восстанавливать, как по-другому. Будет смета, будем выделять деньги, будут заключать договора и будем обязательно восстанавливать. Это красивые места, в которых они очень востребованы жителями. Мы много и сил, и времени потратили для того, чтобы их сделать. Поэтому обязательно, как только будут документы, деньги выделены, будем восстанавливать. В целях безопасности на данный момент доступ сюда ограничен. После схода воды на территории могли остаться посторонние предметы, в связи с чем увеличен риск получения травм. Также во избежание несчастных случаев родителям рекомендуется усилить контроль за своими детьми. Алена Годяева, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. В Оренбурге продолжается ликвидация последствий паводка. В ежедневном режиме идут работы по откачке воды в разных районах города, в том числе в СНТ, с последующей дезинфекцией территории. Воду начали откачивать в микрорайоне Кузнечный. Работы идут в микрорайоне Бёрды, СНТ «Энергостроитель» и СНТ «Нефтехимик». В аэропорту Оренбурга продолжается строительство нового терминала. Сейчас там выполняют работы по устройству фундаментов и вертикальных перегородок аэровокзального комплекса. Строительство нового пассажирского терминала началось в сентябре 2023 года. Ввести в эксплуатацию его планируют в четвертом квартале 2025-го. В аэропорту будет 4 телетрапа и около 500 новых машиномест на парковке, комфортные залы ожидания, кафе и рестораны, зоны для мам и детей, бизнес-залы и VIP-залы. Здание аэровокзала будет выполнено в стиле оренбургской пуховой паутинки. Общая сумма инвестирования составит порядка 13 миллиардов рублей. В Оренбурге прошла традиционная акция «Под открытым небом. Вальс Победы». В танцевальном празднике приняли участие около 50 тысяч человек по всей области. На мероприятии побывала Юлия Писарева. Традиционное событие «Вальс Победы» с 2015 года стало одной из любимых акций в преддверии 9 мая. Ежегодно оренбуржцы принимают участие в танце, чтобы почтить память героев. Война – это не только горечь утрат, но и радость победы. И вот мне кажется, вальс – это апофеоз радости. И мне кажется, апофеоз победы. По-хорошему такая традиция зародилась, и таким образом генетическая память наша будет сохраняться. Около 50 тысяч участников по всей области в 11 утра занимают позиции, чтобы под композицию «Майский вальс» начать танцевать. В акции принимают участие школьники, студенты, курсанты и семьи. Для многих это стало теплой традицией. Помнит сердце, не забудет никогда. 9 мая – это знаковое для нашей страны событие, самый важный праздник в году, поэтому я считаю, в таких акциях обязательно нужно принимать участие. И какая-то была дрожь по коже, потому что ты понимаешь, что когда-то давно была такая война, и такое было тяжелое время, и ты стоишь и понимаешь, что люди, что они вообще переживали этот момент, и сейчас ты здесь, и вспоминаешь, и как бы тяжело на душе. Для меня День Победы – это главный праздник в году. Мои прадед, мои прабабушки принимали участие в войне. Конечно, их сейчас нет живых. Тем самым я помню их подвиг. Я думаю, это важно. Ну, потому что это связано с нашим интересом, нашим хобби, с нашим увлечением. Ну и, соответственно, память нашим предкам, дедушкам, бабушкам. Это большая гордость, ответственность и честь не только перед своим колледжем, но и перед нашей страной, перед нашими гражданами. И это невероятные эмоции. Все, что проходит, все репетиции, холод – это того стоит. Честно говоря, чувствую гордость, ведь этим вальсом мы поминаем своих предков, своих родственников, которые участвовали во Второй мировой войне. Мне это, конечно же, вызывает очень сильные эмоции. Мне приятно танцевать. Вальс Победы для многих не просто акция. Это возможность еще раз сказать спасибо ветеранам и вспомнить тех, кого уже нет с нами. Юлия Писарева, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите в нашем телеграм-канале. С вами была Екатерина Хигай. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ.